И еще о спорте. Завершились финальные игры первенства Ленинского района по волейболу. Съемочная группа побывала на спортивном мероприятии и узнала, как проходили матчи, как вели игру спортсмены и какая же команда стала в итоге лидером. Давай, давай, давай! И хей! 17 мая во Дворце спорта «Видное» состоялся финал открытого первенства Ленинского района по волейболу сезона 2013-2014. Участниками финальных игр стали спортсмены из поселений Ленинского района, а также из Москвы и Подольска. Анастасия, нападающая команды «Пираньи» из совхоза имени Ленина, волейболом занимается с детства, любит этот спорт и считает, что именно в нем может раскрыть себя. Здесь думаешь и за себя, думаешь за команду, соперника, как они. Естественно, интереснее играть с такими хорошими командами, которые хорошо себя показывают, и сама набираешь опыт, им даешь опыт. Все участники первенства хорошо подготовились к матчу. Хочется отметить, что из Ленинского района три команды – города Видное, совхоза имени Ленина и горок Ленинских – вышли на лидирующие позиции, а из Москвы только одна команда. В ходе первенства женские команды соревновались за призовые места. Каждая игра начиналась с приветствия, а затем волейболистки встречались в партиях и соперничали до 25 очков, а последнюю финальную партию – до 15. Волейбол – прежде всего командная игра. Наблюдая за спортсменками, можно было увидеть, как они негласно общаются между собой, поддерживают друг друга и помогают в сложных игровых моментах. Интересная очень игра, помимо каких-то личных физических качеств, да, то есть еще должны присутствовать какие-то там хитрость, выдумка, видение площадки и так далее. Каждый раз, тренируя команды, наставники ставят перед игроками задачи – достойно выступить, занять призовые места и попасть в финал. И на этот раз девочки-волейболистки справились с заданием на отлично. Первое место заняла команда совхоза имени Ленина, второе – из горок Ленинских, ну а участникам из Москвы досталось только третье. Лариса Вольнова, Константин Брылов, Елена Кошелева, «Видное ТВ».